На протяжении последних 2 лет министерством совместно с Центром защиты и Рослесхозом осуществлялась плановая работа по ликвидации очагов. В прошлом году у нас обработано около 40 тысяч гектар. Это шелкопряд непарный. Вспышка была у нас 2020 года. С этими всеми мероприятиями проведенными удалось значительно снизить очаги, площадь очагов вредных организмов практически на 30%. Вот. И в текущем году данная работа продолжается, но уже площадь значительно меньше обработки, это 14,8 тысяч гектар в общей. Это у нас шелкопряд непарный, пилищик кач звездочатый. И комплексный очаг у нас листовертка дубовая, зеленая. В настоящее время уже проведено более 95% работ. Проводится работа по обработке против ткача звездочатого. На территории 2 лесничеств продолжается работа. В целом сейчас проводятся контрольные учеты эффективности. Ну, предварительные данные уже имеются, то что в целом работа эффективна. Надеемся, что в следующем году уже у нас очаги будут еще меньше. Ну и все зависит, конечно, от погодных условий. В этом году погодные условия сдвинули начало обработок, то есть уже в конце мая началась обработка. И корректировалось уже по ходу дождей, ветреной погоды, постоянно график менялся. Площадь обрабатываемых очагов, она зависит от того, какие очаги были зафиксированы уже в ходе осенних исследований. Она показала, что очагов стало меньше. И, соответственно, с учетом санитарных норм, охранного законодательства, уже планировалась работа. И в этом году 14,8 тысяч гектар, это с учетом требований законодательства, проводится обработка.